Если вам нравится исследовать разные кухни мира, пробуя новые и интересные блюда, рекомендую вам совершить маленькое кулинарное путешествие в Грецию, не выходя из дома. Готовы? Тогда запоминайте. Конечно, готовить дрожжевые бублики к завтраку в рабочий день не совсем целесообразно, все же тесто требует времени, но вот соус на основе греческого йогурта вполне можно приготовить к гренкам, например, а вот бублики можно оставить для выходных дней. Итак, смотрите, как приготовить греческий завтрак, готовьте и наслаждайтесь. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Вода, 250 мл. Оливковое масло, 50 мл. Дрожжи, 50 грамм. Соль, 1 чайная ложка. Сахар, 1,5 столовые ложки. Мука, 500 грамм. Кунжут, по вкусу. Йогурт греческий, 1 стакан. Огурец, 1 штука. Чеснок, 2-4 зубчиков. Соль, перец, винный уксус, по вкусу. Маслины или оливки, по вкусу. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания, друзья!